Так, и это у нас 0,30. Температура воздуха минус 32. Значит, все представлено уже. Прозрачные у нас являются Castrol G Turbo Diesel, Mobil Racing 0W30. Все это на PAO синтетике. Eurol Synergy такой полупрозрачный, полумутный. Ну, видно, что с добавлением кряка остальные больше, видимо, кряка, они сильно мутнее. Переворачиваем. Надеюсь, батареи хватит. Кто у нас тут лидер? А лидер у нас ТНК. Мобил 1 Racing 0W30. Ну и, наверное, дальше я уже не успел. Ну, Castrol, может быть. Руки дрожат. Замерз. Вот, ну, самый прозрачный это вот Castrol, Mobil 1, Eurol Synergy. Также PAO синтетика сразу видно. Побольше ее. И остальные, в принципе, тоже. Вот Яка. Так, более-менее. Ну, 1-0 тоже. Такой полупрозрачный, полумутный. То есть видно, что здесь и PAO есть, и гидрокрекинг есть. Все здесь есть. В большей или меньшей степени. Температура у нас уже, смотрите, стала минус 31. То есть теплеет. Специально снимаю утром. Вот уже потеплело немножко, пока снимал. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. А я пошел греться.